Анонс и дата выхода 4-й серии нового турецкого сериала «Любимое прошлое». 4-я серия сериала «Любимое прошлое» выйдет в эфир 15 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. В новой серии мы увидим, как в последнее время в семействе Текинов все складывается не самым лучшим образом. Все начинается с того момента, как сын оказывается в эпицентре неприятных событий, и теперь ему грозит тюремная камера. Только вскоре становится известно о том, что есть некий свидетель, который может очень сильно помочь ему. И этим человеком оказалась одна из сестер, но захочет ли она сама обо всем рассказать? Дорен сильно боится раскрывать своих чувств, и все из-за того, что не хочет, чтобы ее обидели. Джемаль делает предложение своей любимой женщине стать его супругой. Только это предложение оказалось не совсем таким простым, ведь мужчина поставил перед Джахиде определенные условия. После последних событий Дорен пребывала в ярости, и она решает отправиться к Али для того, чтобы высказать все, что она думает о нем. Она стала говорить ему о том, как он сильно похож на своего отца, был таким же жестоким и мстительным. Когда сестры услышали, как она ругается с Али, то сразу же забрали ее и попросили не натворить еще больше глупостей, о которых потом придется жалеть. Джахиде собрала все свои вещи и уехала. Когда об этом узнала Джемаль, то он сразу же приехал домой. Он стал кричать на свою сестру и обвинял ее в том, что именно она виновата в таком неожиданном поступке его возлюбленной. Напомним, 4-я серия сериала «Любимое прошлое» выйдет в эфир 15 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.